Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марини Стик. Сегодня у нас 9, кажется. Да, 9 февраля 2023 года. Вы меня извините, совсем у меня уже тут день с ночью перепутался. Ночью у нас сегодня рожала собачка, чихуашка, Евочка от Тони, от Энтони нашего. Рожала хорошо, быстро, легко, без всяких мучений. Но так как она рожала первый раз, поведение у нее, скажем, пока она вся в таком, скажем, волнении и трепете, она не понимает, что произошло. Ее детишки с ней в лежанке у меня на кровати, как обычно. Я ее контролирую и кормлю, и пою, и смотрю, чтобы все щенки нашли сосочек. А она почему-то все время бегает к щенкам, которые в манежике. Да, мне пришлось нашего атамана вернуть в манежик его братьям и сестрам. Он там успешно с мамой кисой процветает. Так. Карамелька. Сейчас по-быстрому, ребят, снимаю видео. Карамелька у нас завтракает. Яблочки деревенские. Тетя Алла нам еще раз принесла деревенские непокупные яблочки. Вот. Крольчаткам нашим, зайчаткам, белоснежкам исполнилось сегодня 5 суток. Я вот хотела посмотреть, как они себя чувствуют. 5 крольчат на 5-е сутки жизни. Поэтому мамочка угощается. Так, Ириска вообще с ума сошла, в ведро забралась с крупой. Вот наши малыши, да, на меня ругаются. Малыши переехали с мамой в манежик, где они, собственно, и жили. Просто периодически я отсюда их достаю, складываю к себе на кровати, с ними общаюсь, для того, чтобы они были ласковые и контактные. Вот, теперь у меня на кровати поселилась Евочка, и я, конечно, уже не смогу туда брать малышей. Ева почему-то очень нервничает, несмотря на то, что у меня на кровати, я поставила там даже загородку, чтобы она никого не видела, чтобы ее никто не видел с кровати, чтобы у нее было уединенное такое гнездышко. Она почему-то оттуда выпрыгивает и постоянно бегает вот сюда, запрыгивает к этим малышам, вылизывает их всех, дает им сосочки свои. То есть я вообще не понимаю, с чем это связано. Они тут не скулят. Они уже вот, если только кричат, лают, для того, чтобы я их взяла к себе на кровать. Да. Вот, собственно, вот такой вот крик получается, когда она начинает охранять своих детишек. Она начинает прыгать по кровати, кричать и лаять от других собак. Мамочка, повторяю, о, я даже не знаю, слышите вы меня или нет. Мамочка рожает первый раз и очень охраняет своих деток. Ох, видите, вот так вот я, собственно, всю ночь провела и сегодняшний день. Поэтому простите меня за то, что видео сегодня будет мало. Сижу, довязываю костюмы для Юли и Цукатика, которая не успела связать перед отправкой их в Нижневартовск. Зайцы молодцы, мама Карамелька умница. Так, теперь осталось... Так, Ириска забралась в ведро с зернышками. Так, остается мне теперь только угомонить маму Евангелину. Поздравляем ее с рождением первых ее детишек в ее жизни. И очень, что хотела сказать, положительного в том, что преимущественно в рожденных детишках у нас больше девочек, чем мальчиков. Меня всегда это радует, потому что, знаете, такая есть русская народная примета, что называется, много мальчиков рождается к воинам. Сейчас неспокойная обстановка, и большое количество рожденных девочек меня почему-то вот успокаивает тем, что, скорее всего, хотелось бы верить этим приметам, чтобы в стране наладилась обстановка, чтобы побольше было мира и добра, и... На это я очень надеюсь. Я иду заниматься роженицей, успокаивать ее. Это понятно, что это даже сутки не прошли с момента родов. 8 февраля родились детки Евангелины и Энтони. Здесь у нас 3-го, посмотрите, 5 белых перламутровых сатиновых зайцев. Кто-то из них останется с нами. Конечно, девочка.
Так что все у нас хорошо. Извините, что мало видео или они короткие. Мне сейчас надо как-то успокаивать психологически роженицу. Она очень нервничает, охраняет детишек. Малыши в загончике Кисулькины ее как-то своими писками. Они-то просятся, чтобы я их на кровать взяла. Я-то их не могу взять на кровать. У меня там гнездо с родившей собачкой. И, в общем, короче, у меня тут бардак полным ходом идет. Кошмар и сбоку бантик. Надеюсь на ваше понимание. Увидимся в новых видео. Всем пока-пока и до новых встреч, ребята.